Коррупционный скандал разразился в Аргояшском районе. Чиновников администрации подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, похищено почти 500 000 рублей. Проходит выемка документов. Действие скрытной заинтересованности умышленно через 6 муниципальных контрактов. Общей стоимостью на 497 тысяч рублей. Эти кадры сняты в Аязгуловском сельском поселении. На видео оперативник зачитывает ордер на обыск Зульфару Хабибуллину. Это представитель администрации. Мужчина спокоен и даже улыбается, хотя его подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия, 6 крупных контрактов на переработку бытового мусора так и не были реализованы. А деньги на них выделенные просто исчезли. По информации нашего источника, районным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Подозревают должностные лица именно сельского поселения на территории района. Глава сельского поселения допрошен в качестве подозреваемого. Виновным может грозить до 6 лет колонии.